В день игры возле спорткомплекса «Брески» было как никогда многолюдно. Болельщики съехались со всех районов с одной единственной целью – поддержать свою любимую команду. А так как предстоящий матч второго тура высшей лиги против борисовского «Батэ» для команды «Динамо Брест» был домашним, подавляющее большинство фанатов на стороне брестской команды. Я считаю, что сегодня победит «Динамо Брест» со счетом 3-0. Мы должны победить. И победа будет наша. Мы станем чемпионами снова в этом году. Мы приехали из города Каменца, желаем победу «Динамо Брест». Верим в их, что они смогут победить. «Динамо» чемпион! «Динамо» чемпион! Конечно, состав совершенно другой, как в прошлых сезонах. Но, я считаю, мы будем бороться за троечку по-любому. «Динамо» чемпион! Несмотря на смену состава и холодную погоду, брестские болельщики остаются верными своей команде. Еще бы, ведь хороший пример брещанам подает сам мэр города Александр Рогачук. Футбол является элементом жизни, спортивной жизни города. Брест – это футбольный город, реально. У нас самое большое количество болельщиков, даже сегодня, видите, погода не самая лучшая, но пришло уже под 5000 болельщиков. Вот почему я здесь, вот почему будем делать всегда максимально возможное, чтобы каждая игра «Динамо Брест» была праздником для нашего города. Все знают, что борисовский «Батэ» является одним из лидеров белорусского футбола. Поэтому с первых минут игры динамовцы активно включились в игру. В этом их мощно поддерживали трибуны. Футбольная борьба выдалась напряженной, и ни одна из сторон не хотела уступать своей позиции. Несмотря на несколько острых моментов, ни первый, ни второй тайм не увенчались голами с обеих сторон. Итогом игры стала голевая ничья. Неплохой компромисс на этот раз. Однако в будущем надеемся, что новый состав брестского «Динамо» еще не раз порадует нас своими победами.